Отряд «Форпост» Нижнекамск-Нефтехима был основан 15 лет назад, в 2004 году, 2 июня. В данный момент в молодежном формировании числится 25 человек. Накануне днем награждали самых активных участников, а также тех, кто вступил в ряды отряда со дня его основания. «Форпост» не только это охрана общественного порядка, также мы принимаем участие, наша сборная команда принимает участие в фестивале художественной самодеятельности и республиканской спартакиаде. Там, в принципе, наш форпост один из лучших. То есть мы никогда не приезжаем без каких-то грамот, мест. По времени дело здесь сугубо добровольное, и поэтому товарищи находят время после смен, между сменами, после работы. Альбина Закирова выручает свой отряд и выступает на республиканской спартакиаде. Несколько раз занимала с командой призовые места, а также добивалась успеха и в личных зачетах. Я пришла уже лет 6 назад, наверное. Вообще цель была, наверное, попасть в лагерь. Как бы это смешно не было, но это так. Почему в лагере? Мы каждое лето охраняем, общественный порядок в лагере «Юность» и «Олимпиец». Так как я спортсменка, мне это было интересно с детишками, с тренерами, со всеми знакомы. Попала туда, работали целое лето, свежий воздух, природа, было очень интересно. И вас занесло? Меня занесло, да. 16 человек сегодня были награждены почетными грамотами и подарками. 5 человек получили благодарность от имени генерального директора публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» Азата Бекмурзина, а также денежную премию. Еще 5 человек получили благодарственные письма от молодежной профсоюзной организации и фирменные полотенца. А остальные 6 человек – благодарственные письма от Управления по делам молодежи Нижнекамского муниципального района. Кирилл Темников, Ляйсан Саитова, Н-Медиа.